Всем привет, с вами Булавцев Михаил, и сегодня я хочу показать вам несколько таких быстрых, буквально моментальных фишек, как увеличить яркость, интересность своей фотографии. Итак, для этого мы будем пользоваться программой Snapseed. Можем открыть как ее сразу, так и выбирать фотографии через галерею. Я выберу через галерею. Кстати, вот уже выбранная фотография есть одна из них. Сегодня на двух фотографиях я вам покажу. Вот интересует меня сегодняшняя фотография. В помещении было темновато, а для публикации такая фотография будет выглядеть немного неинтересной. Поэтому нам нужно открыть ее с помощью Snapseed. И немного подредактировать. Буквально два действия займет у нас вся наша редакция. В Snapseed мы выбираем инструменты, выбираем коррекция. И в первую очередь мы выбираем с вами инструмент коррекции световой баланс. Световым балансом, смотрите, в сторону бегунок отводим, сразу фотография у нас меняется. Из такой вот мрай, вот изначально по нулям. Такой мрачненькой, уже в интересную такую теплую. Ну, оставим примерно так. И сюда давайте добавим еще яркости. Яркости посветлее будет. Смотрите, уже совсем другая фотография становится. Можно чуть-чуть насыщенности прибавить. Но не, главное не переборщить. Если мы работаем с фотографиями, где природа, то есть нет людей, там можно чуть-чуть бегунки подкручивать выше. Итак, сохраняем. Для естественности нам данных настроек хватает, измененных настроек. Теперь давайте посмотрим, что у нас было и что стало. Сейчас посмотреть изменения. Коррекция, оригинал. Есть разница? Есть. Сохраняем наши изменения. Так, не сюда. Нажимаем «Готово». Сохранили. Теперь мы как раз посмотрим фотографию, которая у меня была изначально открыта, где нет людей. Это у нас был дом. Тоже чуть-чуть с освещением были небольшие проблемы. И теперь ее мы открываем также в Snapseed. Snapseed. Нашли. Открыли те же самые инструменты. Коррекция. Первым делом выбираем световой баланс, бегунок вправо, и смотрите, как изменяется наша фотография. Сюда, сейчас вот на максимум выкрутил световой баланс, давайте сюда добавим теперь еще, например, насыщенности. Но опять все в пределах, нужно в пределах разумного. В данном случае кирпичи, красные кирпичи у нас начинают резко выделяться, поэтому нужно уже ориентироваться на них. Насыщенность чуть-чуть сбавим. Такая у нас картинка получается. Также сохраняем изменения. И давайте посмотрим, что у нас было и что стало. Посмотреть изменения. Что было, что стало. Буквально два действия сейчас мы с вами совершили. Световой баланс, насыщенность. Яркость в данном случае мы не трогали. Какие фишки найдете интересные по быстрой обработке фотографий, пишите в комментариях. Всем спасибо, с вами был Булавцев Михаил.